Калимантанский орангутан. В основу питания входят плоды, особенно дурианы. Обычно рождается один малыш в 4 года. Продолжительность жизни до 60 лет. Орангутан – малайское слово и в переводе означает «лесной человек». Этот термин в зоологическую литературу первым ввел анатом Николас Тюльп в 1641 году. Правда, он им обозначил другую человекообразную обезьяну – шимпанзе, впервые привезенного в Европу из Анголы. Несколько лет спустя Якоб Бонтиус впервые применил этот термин в современном его значении, описывая большую рыжую человекообразную обезьяну с острова Калимантан. Основная информация о жизни орангутанов была получена при наблюдениях в неволе. Стало известно, что орангутаны – единственные человекообразные обезьяны, строящие для ночлега и отдыха самые настоящие гнезда. Также удалось сравнить развитие обезьянки и человеческого ребенка. Новорожденный ребенок в среднем в 2 раза тяжелее обезьяны, и до 2 лет кривые их роста идут параллельно. А с 2 до 4 лет развитие орангутана резко ускоряется, и он по весу обгоняет ребенка. После человека орангутаны – чемпионы по долголетию среди приматов. В неволе они могут дожить до 60 лет. По сравнению с другими человекообразными обезьянами, шимпанзе, молодые орангутаны кажутся более независимыми. Но это впечатление обманчиво. В природе малыши орангутана живут с матерью примерно до 6-8 лет. Такое необычно длинное детство объясняется их одиночным образом жизни. Поэтому перед тем, как покинуть мать, орангутанам нужно быть очень хорошо приспособленными к самостоятельной жизни. –